Бюджет Нижнего Новгорода этого года будет увеличен почти на 1 000 000 000 рублей. Депутаты Думы одобрили изменения, предложенные главой города Юрием Шалабаевым. С начала года городской бюджет вырос почти на 9,5 миллиардов по сравнению с первоначальными планами. Дополнительные средства направляют на социальную сферу, поддержку городских предприятий, ремонт дорог и приведение в порядок дворов. Изменения позволят закупить в 30 школ установки виртуальной реальности для уроков безопасности, пополнить книжные фонды муниципальных библиотек и не только. В общем объеме параметры бюджета 2021 года составили 45,9 миллиарда рублей по доходам, 47,9 миллиарда рублей по расходам и без малого 2 миллиарда рублей дефицит бюджета. Части межбюджетных трансфертов средства пойдут на поддержку организаций, пострадавших в условиях пандемии COVID-19, на оснащение дополнительного театра «Вера» муниципального, которому недавно исполнилось 30 лет. Собственные средства дополнительно направим на расселение граждан из аварийного фонда, на поддержку также театров, которые пострадали в связи со снижением количества зрителей во время распространения COVID-19.